Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий. Сегодня мы продолжаем наш разговор о чемпионате Европы. До старта осталось несколько часов, и вот сейчас, в преддверии этого турнира, я решил выпустить ролик с моими мыслями и моими, можно сказать, прогнозами по каждой из групп. Сейчас, когда уже известны все составы, когда понятно, кто там травмирован, кто в строю, кто в какой форме, можно всерьез обсуждать турнирные перспективы. Ну, потому что, когда только была, жеребьевка, когда стали известны последние участники, пробившиеся через плей-офф, но тогда еще не было понятно, по сути, кто в каком состоянии будет ближе к турниру. А вот сейчас, когда команда у нас на виду, давайте разберем каждую из подгрупп. Обсудим каждую четверку. Но сперва, хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, на котором я регулярно делюсь статьями и заметками на футбольную тематику. Там же вы можете получить еще и очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, а именно фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, вы попадете на мой телеграм-канал, и там получите все нужные инструкции. Ну а дальше получите тот самый бонус. В общем, не затеряйтесь. Ну и вообще, подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. И начинаем с первой, так скажем, стартовой четверки, с группы А, где у нас будет страна-хозяйка Германия, которая в дебютном первом матче Евро сразится с шотландцами, а еще здесь же будут швейцарцы и венгры. Ну и что тут следует отметить? Конечно же, кто-то будет иронизировать и шутить, что вот, мол, сделали гладенькую такую группу для хозяев турнира. Но это, по-моему, традиционная тема. Вспомните наш домашний чемпионат мира, сколько тогда было рассуждений о том, что там подтасовали все и нам дали хорошую группу, чтобы мы из нее вышли 100%. Ну, знаете, на мой взгляд, каждый раз эта конспирология звучит как-то наивно и как-то даже по-детски. С другой стороны, в данном конкретном случае, ну, немцам действительно повезло. И если из этой группы Германия не выйдет на домашнем чемпионате Европы, немецкий футбольный союз нужно закрывать и, я не знаю, переосвещать это место и приводить сюда новых людей. Потому что, видимо, те, кто занимался сборной, они прокляты, если они не выйдут из такой подгруппы. Сейчас, ну, я опять же ни в коем случае не верю в какую-то подтасовку, но хозяевам действительно повезло. То есть здесь, по сути, шотландцы и венгры, две сборные, которые, мягко говоря, уступают в классе, а шотландцы еще и ужасные в плане последних выступлений. Вот я готовил превью к первому матчу Евро. Ну, блин, у шотландцев в 9 последних матчах одна победа над Гибралтаром. Командой, которая только недавно получила возможность самостоятельно играть. Команда ужасная с точки зрения организации. Кларк, их тренер, мне он никогда не нравился, если честно, и хоть он и опытнее Нагельсмана того же самого, например, но человек очень специфический. Здесь все, на что может рассчитывать Шотландия, на то, что они своей оборонительной мощью, у них все-таки там есть и Робертсон, и Мактоминой, и там Магин, если брать опорников, защитников и так далее, Тирни. Вот за счет этого они выстроятся, встанут в автобус и будут биться против всех. Возможно, даже против венгров будут биться в таком стиле, и, возможно, из этого что-то выйдет. Поэтому здесь история вот такая. Шотландцы, на мой взгляд, будут одной из самых скучных сборных на турнире. Немцы отсюда должны выходить. А вот что касается швейцарцев и венгров, то вот здесь интересно. В случае с швейцарцами, ну, как бы вам это сказать, у Швейцарии традиционно очень качественная, сбитая такая мультикультурная команда, где есть натурализованные игроки, где есть ребята с африканскими корнями, отличающиеся атлетизмом, где есть футболисты такого более европейского футбольного стиля. И в этом плане Швейцария, она всегда была такой очень интересной командой. И сейчас они тоже хороши. Я бы сказал, что, на мой взгляд, швейцарцы вместе с немцами с первых двух мест и должны выходить. Но при этом, обратите внимание, на данный момент у швейцарцев очень много классных игроков, про которых можно сказать, что вот они хороши, но не реализовались полностью. То есть тот же самый Окафор, например, Эмболо. Ну, некоторое время назад казалось, что будут какие-то суперзвезды, они ими, мягко говоря, не стали. И в итоге швейцарцы сейчас,
но представляют из себя команду с огромным количеством таланта, но с талантом зачастую не реализованным. При этом есть, конечно, суперзвезды, голкипер, Аканджи, великолепный защитник, но вот в атаке не хватает реализованности таланта. Поэтому те же самые Окафор, Эмболо, это ребята очень толковые, но справятся ли они с защитными заслонами Шотландии и той же самой Венгрии, ну, вот сложно сказать. Тем более, что с венграми будет еще и тяжело, потому что там Сабаслай в атаке, который может создать в случае чего гол из ничего. Поэтому здесь швейцарцы, на мой взгляд, должны выходить из группы с немцами, которые тут гарантированно должны выходить. Но в случае, если вот эти вечно молодые и перспективные швейцарские атакующие звезды вновь поймают вот эту волну упущенных моментов, как у них часто бывает в клубах, могут возникнуть у них трудности. Дальше у нас группа смерти. Группа Б. Испания, Италия, Хорватия, Албания. Мама дорогая, как говорится. Недавние победители турнира, ну, относительно недавние испанцы и итальянцы, которые в исторической перспективе совсем еще недавно брали этот турнир. Хорваты, финалисты чемпионата мира. Ну, круто, здесь ничего не скажешь. И при этом еще и албанцы. Команда очень опасное, я бы сказал, в контексте противостояния с итальянцами. Потому что, по сути, ну, албанцев не то чтобы половина состава, это воспитанники итальянского футбола, но здесь хватает игроков, которые воспитывались в Италии. Все-таки Албания и Италия недалеко друг от друга. Там, не знаю, Хюсай когда-то воспитывался в Эмполе и так далее. Плюс игроков, которые прошли через итальянскую серию А. Поэтому здесь, ну, для итальянцев группа вообще хуже не придумаешь. Формально самый слабый соперник, он знает себя доподлинно. А с испанцами-хорватами тут еще и заруба будет. Разумеется, здесь, с одной стороны, это группа смерти, с другой стороны, для справедливости у каждого из участников группы смерти, особенно из топовых сборных, есть свои нюансы. Хорваты продолжают смену поколений. Потихонечку сходят легенды и ветераны, приходят молодые, которые далеко не всегда вытягивают такой же уровень, который был раньше. Поэтому хорваты — это вновь сборная загадка в том плане, хватит ли им еще прыти. Для справедливости, по-моему, после чемпионата мира 2018 года, когда хорваты дошли до финала, все говорили, что все, Хорватия закончена, дальше будет фигня. Но, объективно говоря, уже прошло достаточно много лет, почти 7 лет, а сборная Хорватии, в принципе, по-прежнему, в том числе и с Модричем, и со всеми остальными, смотрится-то неплохо. Поэтому здесь мое субъективное мнение, хорваты могут удивить, но опять же, фактор старения очень важен, и он может сказаться и здесь, когда команда стареет, никогда не знаешь, когда конкретно наступит вот эта крайняя черта и провал. Возможно, это произойдет на этом Евро, и мы скажем, что все. Это конец великой хорватской сборной, которая пока что все-таки какие-то остатки того величия сохраняет. В лице того же самого Луки Модрича, например, и некоторых других ветеранов, которые сейчас по-прежнему присутствуют в команде. Там Домогой Вида, например, тот же самый Ковачич из относительных старичков, Перешич, Крамарич и так далее. Есть тут по-прежнему некоторые старички-разбойники, поэтому тут, ну, наверное, можно говорить о том, что это все еще та сборная, плюс-минус обновленная. Но она может пойти на спад. С итальянцами, ну, сами понимаете, итальянцы очень нестабильны в последнее время. Иногда могут вообще не попасть на крупный турнир. Поэтому, да, много веры в Спалетти, в то, что он возродит команду. Чемпионский тренер из Наполи сейчас пойдет, порядок наведет. Но, ребят, у Италии действительно очень слабое поколение, которое еще и было подкошено тем, что целый ряд важных исполнителей засветился в скандалах, получил дисквалификации, и сборная Италии стала еще среднее. Поэтому здесь громкое имя, за которым уже нету былого величия в плане уровня игроков. И испанцы. Как бы я не любил сборную Испании, но это примерно то же самое. Да, я считаю, что многие недооценивают новое поколение испанских футболистов. Возможно, потому что все считают, что любая испанская команда это должны быть готовые Хави, Иньеста и все остальные. Я считаю, что у испанцев есть возможность из этого нового поколения своего вырастить, возможно, даже такую же великую сборную, как та была.
Потому что, ну не знаю, Педро и Гави, в моем понимании, по потенциалу могут сравниться с Хави и Иньестой. Есть полно других классных игроков. Ямал — это, возможно, игрок, который станет даже круче, чем Вилья и Торрес, те же самые лучших лет. То есть потенциал у этой сборной Испании огромный. И я бы сказал так, если бы это был Евро через 4 года, возможно, я бы назвал эту сборную Испании главным фаворитом. Но сейчас эта сборная Испании слишком сырая. Это ранняя версия, возможно, великой команды. Поэтому здесь и тренер Де Ла Фуэнте, недавний тренер молодежки, который знает многих молодых игроков этой сборной. Поэтому здесь и вот эта перестройка с обновлением коллектива. Я считаю, что испанцам сейчас рано претендовать на серьезные цели, но я не исключаю, что эта молодая команда нас удивит. В итоге получается интересная ситуация. Вроде как группа смерти, а так-то по каждой команде есть вопросы. Этим, наверное, интересно. И я не удивлюсь, кстати, если из этой группы смерти Албания еще и выйдет напрямую в плей-офф. Тут всякое может произойти, все очень интересно. Дальше у нас группа С. Англия, Дания, Сербия, Словения. Болеем за братушек, но понимаем, что тяжело им будет, потому что англичане... Как бы это сказать? Тем более с англичанами сейчас нужно выбирать выражение. Там же сообщили в британской прессе, что их полиция будет разыскивать людей, которые оскорбляют английскую сборную в интернете. Видите, у нас теперь повсюду какие-то ограничения. Если что, мы ни в коем случае не пытаемся оскорбить английскую сборную. В случае чего я заранее предупреждаю, а то мало ли, какие-нибудь Шерлоки Холмсы ко мне тут пойдут, выискивать меня и все в этом духе. Так вот, смысл в чем? Английская сборная... у меня есть скепсис к их тренеру, Саутгейту. Я считаю, что это неплохой специалист, но... ограниченный в тренерском формате и в тренерском таланте. Я считаю, что английская сборная — это сборная с стеклянным подбородком, который психологически очень часто подвисает. Я считаю, что английская сборная по всей своей звездности все-таки не до конца сбалансирована, и величие Кейна, полузащиты, средней линии флангов и всех остальных компенсируется тем, что вратарская позиция как была проблемной, так, на мой взгляд, проблемной и осталась. И плюс к этому защита сомнительна, но окей, скажем так. Но для сборной с таким масштабом таланта, наверное, это не лучшее описание, если цитировать Тинькова. Поэтому здесь англичане должны выходить, разумеется, но я не удивлюсь, если у них будут осечки. А вот датчане — это ребята, от которых я жду каких-то сюрпризов на этом чемпионате. Мне очень нравится их подбор исполнителей. Есть и старички-разбойники, от которых мы уже давно ждем подвигов. Есть молодые таланты. Датчане, мне кажется, могут выстрелить, тем более удивлять на Евро — это очень по-датски. Вспоминаем их относительно недавнее тоже чемпионство в начале 90-х. А у серба наоборот, концентрация таланта и хрен его знает чего ждать. К сожалению, у сербов все очень специфично, классные игроки, где-то даже выдающиеся, но нету никакой уверенности в том, что они реализуют свой талант, хотя болеть за них, конечно, будем. Ну и словенцы. Словенцы — это будет оборонительная команда. Команда, у которой есть, конечно, очень жирный козырь, жирнющий в лице Яна Облака, одного из лучших голкиперов мира, который, конечно, может здесь зарешать. Когда у тебя великий голкипер, и он при этом в расцвете сил, он хорош, ну, это может стать тем самым эффектом половины команды, когда вратарь — это полкоманды, и он тебя вытягивает. Поэтому здесь словенцы за счет оборонительного футбола могут удивить и зацепиться, например, за третью позицию, а более звездные формально сербы могут оказаться, к сожалению, на четвертом месте, потому что братушки те еще раздолбают в плане реализации своего потенциала. Состав-то у них звездный, но чего от них ждать, не совсем ясно. Дальше. Франция, Нидерланды, Австрия, Польша. Интересная группа. С претензией тоже на группу смерти. Австрийцы за последнее время здорово прибавили. Не настолько, наверное, чтобы сравниться с нидерландцами или, упаси боже, французами, но настолько, чтобы заявить о себе как о серьезной силе даже в такой группе, которая может, например, с голландцами, может быть, подцапаться за второе место. Да и поляки. Мне очень не нравится сборная Польши. Очень не нравится. Мне кажется, что эта сборная крайне специфическая по своей стилистике, но у них есть Роберт Левандовский.
Когда у тебя есть великий, опять же, нападающий, который в случае чего может в одиночку вытянуть в атаке, всякое может произойти. Роберт провел неоднозначный сезон в клубе, но в сборной немножко другая обстановка. В сборной он царь и бог, вокруг него все вертится, поэтому здесь, возможно, в чем-то даже потенциал у него будет и побольше. То и здесь группа, опять же, понятная в плане фаворита. Французы с их классом должны выходить с первого места, как и англичане. Я считаю, что это вообще фавориты турнира, англичане-французы, но... Если говорить о дальнейших позициях, то здесь есть определенная вариативность. Дальше у нас Бельгия, Румыния, Словакия и сборная под руководством Сергея Реброва, бывшего футболиста казанского «Рубина». Что я могу сказать об этой группе? Реброву повезло с поколением, и поэтому здесь еще и в рамках такой группы вообще в идеале он бы мог выйти в плей-офф. К сожалению, проблема в том, что Ребров, который в свое время очень круто начинал тренерскую карьеру, сейчас выглядит довольно сомнительно в плане своих перспектив. И это нужно понимать. К тому же мы должны понимать, что здесь собрано, конечно, огромное количество звезд, но звезд с оговорками, потому что тот же самый Мудрик — это какое-то недоразумение, а не звезда. То есть много статуса и зачастую не так много реальной пользы. Поэтому, да, формально здесь команда Реброва классная, и в сравнении с Словакией и Румынией они вроде как даже могут превзойти их по уровню исполнителей и выйти напрямую в плей-офф. Бельгийцы, конечно, здесь, ну, как такие фавориты группы, смотрятся особняком. Так что здесь у Реброва будет возможность показать себя, но у меня есть сомнения в плане самого Сергея, потому что последнее время, скажем так, вот его карьера, которая в свое время блестяще начиналась, она несколько пошла на спад. Но, впрочем, может быть, посмотрим, как покажет себя бывший нападающий казанского «Рубина» в этом чемпионате. Румыния, Словакия — боевитые, интересные команды, но уступающие в классе и ребровской сборной, и команде Бельгии. Ну а бельгийцы, многие уже их списали со счетов, а это, на мой взгляд, ошибка. У них, во-первых, и ветераны некоторые остались, и, во-вторых, появились новые звезды в лице Доку и всех остальных. Поэтому будет кем поиграть, и Бельгия, может быть, то великое поколение уже сходит на нет. Но вот в отличие от Хорватии, где новое поколение звездное не появилось, здесь-то новое поколение уже потихонечку появляется. Ну и дальше Португалия, Турция, Чехия, Грузия. Интересная группа. Здесь у нас португальцы, которых многие считают темной лошадкой и таким третьим претендентом, что вот Криштиану Роналду последняя гастроль большая вполне возможно для него. При этом очень хорошая свита у португальского короля, и все в этом духе. Португальцы будут интересными. Я за ними посмотрю, и я думаю, что здесь все понятно, они должны выходить из группы. А вот дальше, заруба. Турция, Чехия, Грузия. Грузия формально вроде как такой андердог, ярко выраженный, команда, ну как бы впервые на Евро, но с Кварацхели, с Микоутадзе, с другими звездами, я думаю, от них можно ждать сюрпризов. А чехи и турки, ребята крепкие, боевитые, интересные, у них тоже есть свои звезды, но есть чувство неоднозначности от каждой из этих команд. И вообще вот здесь, наверное, за исключением, понятное дело, португальцев, которые явные фавориты, все остальные команды будут прям рубиться. И это будет одна из самых интригующих групп, потому что здесь я могу представить практически любой расклад сил итоговый в местах, начиная со второго, заканчивая четвертым. Есть интересные сильные стороны у турок, чехи могут зарубиться и показать свой боевитый оборонительный стиль, грузины вместе с Саньолем, великим защитником, организуют надежную оборону и будут рассчитывать на хвичу и контратаки. Это будет самая интригующая группа с точки зрения результата со второго по четвертое место. В общем, Евро получается интересным. Будем его смотреть.